Добрый день, с вами Наталья. Сегодня я хочу показать вам наше новое растение. Эту гераньку, такую розовую, внутри с таким оранжевым отливом. Я купила в прошлую пятницу дочери на день рождения. Вот, смотрите, у нее три цветоноса. Ну, один уже, к сожалению, отцвел, зато появился новенький красавчик, вот, который тоже будет нас скоро радовать. Это растение я купила на бабушкином базаре. К сожалению, оно было без горшочка, без кома земли, но были еще вот эти цветочки красивые, они были свежие. Так как было три цветоноса, я взяла, я купила еще другое растение доченьки на день рождения. Вот это в качестве подарка еще одно. Вот такая новиночка у нас. Она герань очень неприхотливая, в принципе, растение. Очень много есть красивых расцветок, сейчас особенно. Оно предпочитает лучше себя чувствовать, это растение, на южной стороне. И более обильно цветет и ярче цветки, может быть, солнышко. Вот я хотела вам показать нашу новую растишку. А вот в следующем видео я вам покажу все гераньки, которые у нас есть пока что. Их еще не очень много, просто ставят мелкие. И расскажу более подробно об уходе за этим растением, как оно размножается, как за ним ухаживать, как оно себя чувствует. Более подробно обязательно покажу и расскажу, потому что вроде бы оно неприхотливое, вроде бы каждый садовод можно выращивать его, у кого есть дача, или на окне, у кого нет. Можно засаживать возле дома, у кого приличные соседи есть цветники возле домов. Но оно вроде и неприхотливое, но есть особенности ухода, при котором, к сожалению, некоторые растения могут или болеть, или полностью погибнуть. Я об этом расскажу вам в следующем видео. Если вам понравилось это видео, поднимайте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. И всего доброго, до новых встреч.